Традиционный благотворительный мини-футбольный турнир «Добрая Кировка» собрал 8 команд. Он состоялся в минувшие выходные и прошел под эгидой «Весенней недели добра». Благотворительный взнос у них 6 тысяч. Эти средства собранные пойдут на противопролежневые матрасы для нуждающихся Кировского района. Вся информация о благотворительных средствах, куда они пошли, это можно будет посмотреть на сайте общественной организации «Грань», а также на сайте Управления общественных связей мэрии. В этом году турнир стал международным. В нем поучаствовали команды из Африки. А матрасы, на которые собирали деньги, жизненно необходимы инвалидам первой группы, тем, кто находится в лежачем положении. За много лет проведения соревнований организаторам удалось приобрести десятки медицинских приспособлений. От инвалидных колясок до биотуалетов для маломобильных жителей частного сектора. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.